Доброго всем вечера, моим друзьям. Сегодня, наверное, крайнее видео. Вот раскрепил я столешницу из дуба, щели смазал, промазал чем? Раствором эпоксидки. И вот такой у меня, я собираю пыль со сливки, со шлифмашинки. Вот такая, как наполнитель. Намешал и зашпаклевал все щели. Пусть она сохнет. Я еще пройду потом, шлифану, конечно же. И для таких досок вполне будет нормальная столешка. Они более-менее гладкие, но придется еще пошлифовать. И вот топорики у меня заказывают, друзья. Я на них выжигаю рисунки, тоже шлифануть надо. Это из дуба. Шлифовать потом на рисунок или гравировку сделаю. Много недоделок. Вон ваза стоит тоже в эпоксидке. Здесь всячески, в общем, процесс идет. Одно сохнет, другое делается. Да, вопрос задал слушатель или зритель. Как называют корову, которая не дает молока? Сухостойная, я сказал. Жду ваших вариантов. Галина, Любовь, Маншук, пишите, что думаете, как зовут корову. Ну, халявщица как. Вот. Завтра, воскресенье, поработаю, как просохнет эта эпоксидочка. Попробую, как оно будет смотреться. Выйдет ли, уйдет ли это. Опилки эти, да уйдут, куда они денутся. Все будет good. И обвязку делал, сейчас не покажу, она снизу. Еще обвязочку под ноги, вот. Вот такие вот, и еще одну поперечину нужно. И тогда все будет нормально. Там щели уберу. Дуб очень сложен в обработке ручным инструментом. Пыли много. На улицу не выйдешь, уже темнеет рано, да и холодно к вечеру. Вот, всем добра, всем благ, удачи.